Здравствуйте. Вот с этой брони нужно вот вырезать вот такой вот мне круг, площадочку такую. Снимаю по чуть-чуть ВК-8, 160 оборотов, подача С3. Снимаю по полмиллиметра. Удар, все клинья затянуты. Тут, по-моему, все, наверное, 5 миллиметров. Что-то очень много. Снимаю вообще по чуть-чуть. Вот. По пол миллиметра. По четверти. Сто 160 оборотов в минуту, подача С3. Вот один из способов, как я обрабатываю броню. Если мне не нужно отверстие, то я делаю вот так. Фрезы у меня нет торцевой. Впрессовываю сюда вот такой вороток. Здесь делаю одну плоскость, чтобы все это прижималось как можно больше площади. И поджимаю мертвым конусом, неподвижным конусом. Эта конструкция легко разбирается, если вдруг что-нибудь надо точить важное. И также, заметив по лимбу вот эти все настройки, то быстро восстановить работу не составит труда. Вот я, например, сейчас снял и сейчас подаю значение по лимбу 4. Все чуть коснулось. То есть таким образом можно быстренько освободить станок для другой работы. И потом, опять же, в течение, когда появляется свободное время, не спеша уже делать эту работу. Много не надо давать. По 25 сотых вполне прям хватает. Ну, какая жесткость станка. До свидания.